Анна Погребняк. Тирания тревоги. Как избавиться от тревожности и беспокойства. Введение. Многие из нас ищут лекарства от тревоги и беспокойства. Кто-то не отказался бы от таблетки от негативных или навязчивых мыслей. Тревога и связанные с ней расстройства широко распространены во всем мире. Каждый из нас в те или иные моменты жизни испытывает кратковременную тревогу, выступая публично, увольняясь, устраиваясь на работу, вступая в брак, либо отправляясь на свидание вслепую. Но порой по каким-то причинам тревога выходит за рамки нормальной и длится до нескольких недель или даже лет, доставляя человеку существенный дискомфорт. Долгое время темой моих научных интересов являлись нарушения питания. Я работала с клиентами, которые были недовольны своим телом. Большая часть этих людей имели или думали, что имеют избыточный вес. Были и такие, чьи тела выглядели безупречно благодаря ежедневным утомительным тренировкам. Встречались также люди из мира спорта и фитнеса. Довольно скоро я поняла, что у них, несмотря на различия в весе и фигуре, имелось нечто общее. Всем была свойственна повышенная тревожность. Абсолютное большинство моих клиентов не умели справляться с эмоциями. Многие из них заедали тревогу и беспокойство, расслаблялись подобно наркоманам с тем лишь отличием, что еда не вызывала зависимости и была доступной. Кто-то подавлял тревожность, садясь на жесткую диету и изматывая себя физическими нагрузками. Неспособность клиентов к эмоционально наполненной жизни подтолкнула меня отойти от темы пищевых нарушений и всерьез заняться вопросом тревожности и тревожных расстройств. В этой аудиокниге я хочу рассказать о своем опыте работы над этой проблемой, поделиться необходимыми знаниями и помочь слушателям улучшить качество жизни. Тревожность и тревожные расстройства значительно ухудшают жизнь. Вы можете отказываться от всего, что вызывает страх и беспокойство. Возникает избегающее поведение. Многие перестают посещать общественные места, летать на самолете или ездить на метро. Но что бы вы ни предпринимали, беспокойство не уходит. И чем сильнее тревога, тем больше вы хотите избавиться от нее, часто прибегая к неэффективным и даже опасным средствам. Один из самых распространенных и одновременно наихудших способов борьбы с тревогой и беспокойством – это уход от нормальной жизни. Проблема заключается в следующем. Никто не учит нас эффективным методом преодолевать страхи, регулировать эмоции и справляться с тревогой. Психологическая и психотерапевтическая помощь развита недостаточно, что объясняется ее дороговизной и, как следствие, недоступностью для большинства людей. И хотя сегодня интернет представляет широкие возможности для самообразования, необходимо уметь отличать достоверную информацию от ненадежной. К сожалению, общедоступные материалы часто бывают непроверенными и даже вредными, и потому человеку, который охвачен тревогой и долгое время живет в постоянном изматывающем состоянии, бывает проще выбрать избегание. Уйти от проблем элементарнее всего. И в этом, на первый взгляд, есть логика. Если что-то вызывает страх или дискомфорт, легче уклоняться от источника, доставляющего неприятные ощущения. И вы наверняка тоже так думаете. Уверяю вас, это ловушка. Избегание помогает краткосрочно, однако в перспективе только ухудшает состояние. Только изменив привычное мышление и поведение, можно забыть об изматывающей тревожности и начать жить полноценной жизнью. Эта книга призвана превратить тревогу в то, чем она и должна быть, то есть в полезный и эффективный инструмент. Из ее первой части вы узнаете больше о тревоге, из второй – о причинах повышенной тревожности, мыслях, эмоциях, ошибках мышления, убеждениях и поведении. В третьей части книги мы поговорим о том, как вы стали тревожным, в четвертой – об осознании проблемы и о том, что нужно делать, чтобы справиться с сильной тревогой. Последняя часть книги посвящена техникам самостоятельной работы. Я рекомендую прослушать книгу от начала и до конца. Тогда вы сможете вникнуть в проблему, осмыслить все детали и лучше понять самого себя. Эта книга о вас. Благодаря ей вы сумеете лучше узнать себя, изменить мышление и поведение, научиться регулировать эмоции и действовать эффективно. Вы сможете взглянуть на себя, людей и жизнь иначе. Я искренне верю, что все это поможет вам справиться с проблемой тревожности и значительно улучшить свою жизнь.